Наступает госэкзамен, знаний у меня в обрез. Поначалу полагал я, что я сдам в один присест. Не у Чехова в палате, но в меня вселился бес. Стави галочку в квадратик, на себе я ставлю крест. Есть ЕГЭ ли применение, донесу ли этот крест? Жизнь потребует решения, а не этот жалкий тест. Нам не избежать потери крови из-за вскрытых вен. Ведь поскольку мы из школы, то хотим мы перемен. Навели тень на плетень и породили в лень. Но перед тестом мы сидим 24/7. Посещает одна мысль, только я за тесты сяду. Принести домой 100 баллов или принести присягу. Все печально, все ужасно, изменения идут быстро. Раньше знания получал я, сейчас подопытный министр. На экзамене детекторы, камеры, полиция. Одно решение тестов — это шоу интуиция. ЕГЭ на 100 баллов, 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 ЕГЭ на 100 баллов. Хоть отец не пил, но он пришел домой разбитый, ведь его доходы слопал мой занудный репетитор. Экзамен убивает, это выдержит не каждый. Хоть ЕГЭ не самолет, но он взрывает наши башни. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь вычитать и умножать, малышей не обижать. Ставлю галки в тест, решая и читая дребедень. Тут учение не стало, а осталось только тень. К черту косинусы, тангенсы, катангенсы, синусы. Ведь образование похоронено за плинтусом. Получить 100 баллов, то, конечно, не проблема. Ведь ответы на экзамен стоят будто лабутены. Вы создать хотели тщетно образованную нацию, в итоге получили западно-дебилизацию. Чертов госэкзамен, вы намазали по бидлам. Вы хотели человека, но получите вы быдло. ЕГЭ на 100 баллов, 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 ЕГЭ. ЕГЭ на 100 баллов, 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 ЕГЭ на 100 баллов.